nice pastime. He was acting as Prabhupada's secretary, traveling with Prabhupada for some time. Тамал Кришна Махарадж, мой духовный брат, которого уже нет с нами, он покинул этот мир. Он очень хороший друг мой, и он был секретарем Прабхупады. Он рассказал мне эту замечательную историю, которая случилась с ним, когда он путешествовал с Прабхупадой. В то определенное время Прабхупада путешествовал по миру со своими божествами, небольшими Радой и Кришной. После его ухода этим божествам поклоняются в Майяпуре. So one evening, Prabhupada and Tamal Krishna Maharaj came back from a program, and they opened the door to Prabhupada's apartment, and it was dimly lit. A nice soft light was falling on the altar on the deities of Radha and Krishna. Однажды после программы Тамал Кришна Махарадж с Прабхупадой вернулись в комнаты. Это был вечер. Алтарная, там в этой комнате находились божества, и свет был очень мягкий, едва приглушенный такое освещение освещало божеств. And Goswami Maharaj, Tamal Krishna Maharaj, he glanced at the deities, but he saw Prabhupada, and Prabhupada was, his vision was fixed on the altar, on Radha and Krishna. It was just transfixed, looking at the deities. И Тамал Кришна Махарадж зашел и просто взглянул на божества, получил даршан. Но, посмотрев на Прабхупаду, он увидел, что его глаза просто зафиксировано на божествах. Он видел, что он находится в каком-то другом измерении, смотря на них абсолютно неотрывно. So Goswami Maharaj, he understood, I'm seeing, Prabhupada's seeing, Prabhupada's seeing something different than I'm seeing. Because Prabhupada was a pure devotee, and he was seeing directly the pastimes of Radha and Krishna. И Goswami Maharaj, Tamal Krishna Maharaj, он понял, вижу то, что вижу я, совершенно отличается от того, что видит Прабхупада. Прабхупада видит что-то совершенно другое. А своими глазами он видит игры Рады и Кришны, которые происходят там. Watching Shri Prabhupada engage in deity worship was something that convinced us as neophytes as to who Shri Prabhupada was and who the deity was. We saw, well, here's the Lord personally, and here's his pure devotees. There's a definitely a transcendental exchange going on here. It deepened our faith in Guru and Gauranga. Итак, Прабхупада, он устанавливал веру в нас, даже в неофитов, начинающих преданных, тем, как он проявлял свое отношение к божествам и тем, как божества отвечали ему на это. Этим самым вера пробуждала нас, мы понимали, да, что есть глубокие отношения, что это реальность. Sometime after the installation of our deities in Paris, Radha Parasishwara, there were many photographs taken. Those photographs were sent to Shri Prabhupada some weeks after the ceremony. He looked at the photos because he was doing arti to Radha Parasishwara. He said, "Oh look, Krishna is looking at me, and I am looking at Krishna." Много было сделано фотографий во время установления божеств Радха Парасишвара, и потом после того, как эти фотографии проявили с инсталляции, Прабхупаде принесли эти фотографии. На этих фотографиях Прабхупада предлагал арти Радха Парасишваре, и он, смотря на фотографии, сказал: посмотрите только, я смотрю на Кришну, а Кришна ведь смотрит на меня. This is deity worship. It's not just that we're looking at the Lord. Lord is also looking into our hearts. And by doing so, Cheto, Dharpan, Marjana, by the Lord's looking into our heart, we're purified. So a devotee who understands this, he spends as much time in front of the deity as he or she can possibly. Not a quick glance, oh, the dress is nice, Krishna looks, but knowing the potency of deity worship, a devotee spends as much time in a mood of submissive prayer in front of Krishna, as much time as possible. Когда преданный служит божествам, во время своего поклонения божествам, Господь смотрит в сердце преданного. Преданные, которые занимаются поклонением божествам и понимают этот аспект, они проводят перед божествами максимальное количество времени, они проводят как можно больше времени перед божествами, чтобы получить эту связь с Господом. Потому что Господь, когда преданный предлагает служение ему, смотрит в его сердце в этот момент. So Goswami Maharaj, he was watching Prabhupada look at Radha Krishna, small Radha Krishna. И вот в этот момент в комнате, где был приглушенный свет, и они зашли вдвоем, Goswami Maharaj очень внимательно наблюдал за тем, как Прабхупада очень внимательно в полумраке вглядывается в божества Рады и Кришны, стоящие в этой комнате. And then Prabhupada turned to Maharaj and he said, just look how nicely Radha and Krishna are dancing. Прабхупада посмотрел на Тамал Кришна Махараджа, повернувшись, сказал,
Просто посмотри, насколько красиво танцует Радха Кришна. And Goswami, he saw the deity standing still. Goswami said, "Oh, see how their clothes are moving. See how they're smiling. See how they're dancing. This is the difference between the vision of Srila Prabhupada and us as aspiring devotees. But we can also achieve that exalted position by the grace of His divine grace." Прабхупада посмотрел на Тамал Кришну Махараджа и сказал, посмотри, как они танцуют. Ты видишь, как двигаются их одежды, какие у них красивые движения в этот момент. А Тамал Кришна Махарадж просто смотрел на них и видел, как они стоят, ничего больше. И такова милость чистого преданного. Он проявляет эти отношения, видит их. So one time Srila Prabhupada was offering very deep prayers in Los Angeles to Radha. To Rukmini Dwarkadish, and his secretary asked him later, Prabhupada, you were saying such deep prayers. What were you saying to Rukmini Dwarkadish? Однажды секретарь Прабхупады заметил, как Прабхупада очень внимательно, усиленно молится, стоя перед Радой Дваракадишем в Лос-Анджелесе, и он поинтересовался после этого Прабхупада, о чем вы так усиленно молились, стоя перед божествами. So Prabhupada smiled and said, I was asking Rukmini Dwarkadish here in Los Angeles to please engage me in the service of Madhukasa Vihara in Bombay. Prabhupada сказал, я молился божествам Рада Дваракадишу здесь о том, чтобы они заняли меня в служении божествам Рада Расбихари Бомбей. And I personally saw Srila Prabhupada in front of Radha Parasishwar in Paris crying one time during the installation, and I also saw him crying when he was chanting for the pleasure of Radha Londonishwar in London. So these things are very deep, but just hearing about them purifies the heart. Я лично видел, как Прабхупада плакал, стоя перед божествами Радхи Парисишвар во время их инсталляции. Я также лично видел, как Прабхупада проливал слезы, воспевая джапу перед божествами Радхи Лондонишвары. Поэтому для нас это жизнь и душа. So again, we're very fortunate that here we are, you know, looking, gazing directly onto the altar with these very historic deities and remembering their pure servitors. This is the beauty of coming to this temple. Поэтому мы сейчас очень удачливы. Это необычный момент, когда мы можем стать перед божествами и смотреть своими глазами на них, которые исполнены сильной любви тех вайшнавов прошлого, которые поклонялись им.